Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и сегодня я нашел достаточно интересную, как мне кажется, игру для вас, а именно GTA Криминальная Россия на ПК. В общем, вот, ребят, сайт, на котором я скачал эту игру, кстати говоря, ссылка на него будет в описании, также здесь вы можете скачать, например, GTA 5, GTA 4, в том числе и Криминальная Россия, о которой сегодня пойдет речь, и GTA Vice City. Так, что здесь нужно для того, чтобы поиграть в GTA Криминальная Россия. На самом деле, меня давненько уже звали туда, типа, мол, классная игрушка, там всякие ДПСники, 90-е года, в общем, все круто, классно. Но долго я не соглашался туда зайти, а теперь почему бы и нет. Вот, собственно, ребят, вы можете скачать здесь торрент, скачивайте для Windows 10, для Windows 8, Windows 7, Windows XP, даже Vista есть. Здесь также есть... как установить инструкция, так что, ребят, я думаю, вы сможете в этом разобраться. Вот нужно скачать Radmir Games, там вы сможете, собственно, загрузить игру. То есть сначала скачивайте этот Radmir Games и потом уже загружаете через него игру. Итак, друзья, пора, я думаю, нам войти в игру. Так, друзья, ну вот, собственно говоря, я и в GTA Криминальная Россия. Повторюсь, что здесь действие происходит в 90-х годах в России. Конкретно я сейчас нахожусь в какой-то хате в городе Арзамас. Слушайте, это прям как будто бы мой город. Очень-очень похоже. Ну, хата, конечно, не похожа. У меня чуть более солидная хата. Не то, что здесь все-таки здесь 90-е года. Я живу несколько в других годах. Но, тем не менее, здесь довольно атмосферно, ребят. Довольно атмосферно. Просто посмотрите, например, в шкафу что у нас может быть? Металл. 700 килограмм наркоты. Хотя об этом на ютубе лучше не говорить. 2 килограмма оружия СВД. Патроны 10 из 3000 штук есть. Одежды нет. Это не моя хата, поэтому я здесь не могу как бы особо пользоваться. Поэтому, наверное, стоит выйти отсюда. Так, для того, чтобы выйти, нужно прописать exit. Ну, давайте попробуем прописать exit. Так, ну окей, мы прописали exit. Теперь что? Теперь есть какие-то еще другие хаты. Это чья вообще хата, кстати? Нажмите alt. Владелец Сергей Ахапов. Цена 400 тысяч рублей. Оплата в день 2000 рублей. Что-то мне не нравится. Типа цены, они какие-то очень опасные. Такие криминогенные, я бы сказал. Похоже, это хозяева квартиры. Я немножко похозяйничать успел. Так, что здесь еще есть? Вот еще есть какие-то хаты. Давайте посмотрим, кому она принадлежит. Виктор Рокет. Ну, собственно, то же самое по эконом-класс. Эконом-класс. Тут, в принципе, хотя здесь квартира, ну, то есть дверь здесь более такая солидная, если честно. А вот я не могу, надо на лифте гнать. Ну, ладно, давайте на лифте попробуем, например, на второй этаж. Так, друзья, я на втором этаже. Сейчас посмотрим, что здесь за хаты есть. Так просто сесть в тачку я не могу, потому что она не моя. Надо, в общем, типа, ее купить. У меня пока что только 300 баксов есть, это маловато, если честно. Ребята, вы просто посмотрите на улице в этом городе, на улице в этой игре. Это ж реально прям Россия, ребята. Просто Россия, слушайте. Прям очень, очень похоже. Очень похоже и... реально как будто бы в своем городе очутился. Единственное, что очень мало машин на дорогах. Ну и типа такая хорошая дорога, типа на российские дороги не очень похожа как бы. Ну вот, а так очень похоже, ребят, очень атмосферно, реально как будто погружаюсь. Хотя, в принципе, у меня и сейчас примерно так же выглядит, ну, по крайней мере, улицы. То есть они не стали вот эти здания какими-то другими. То есть они не остались с 80-х, 70-х годов, то есть такие же здания стоят и сейчас. В принципе, конечно, да, сейчас существуют какие-то изредка какие-то новостройки, но, тем не менее, вот эти здания очень похожи. Я, по-моему, в таком здании как раз-таки жил какое-то время. Вот еще один автобус прошел. Так, ребят, я дошел до закусочной. Вход 500 рублей стоит. Нажмите Alt, 500 рублей. Оплата в день 640. Ну, слушайте, у меня вроде 300 баксов. Вход платный составляет 500 рублей. Да, я уверен. У вас недостаточно денег для входа. Значит, ребят, это не баксы, а это рубли. Значит, у меня всего лишь 300 рублей, даже не 300 баксов. Да. Арзамасский хлеб, блин, ну ё-моё, свежий хлеб, отлично. Так, друзья, я, похоже, нашел какого-то терпилу, пора его вырубить. Не знаю, что из этого получится, но, тем не менее, ой, ты чё, куда побежал? Стоять, нормально, стоять, стоять, давай, стоять, сказал, стоять, слышь, слышь, иди сюда, Валера, Валера, ёлы-палы, иди сюда, блин, я сдох, малёха. Валера, что, домой что ли спешит? А давайте прям зайдем к ним, почему нет? А хотя бы, давай, чувак, чувак идет, давай, давай, стой, 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 стой.
Давай, иди сюда, давай, похреначимся. Слышь, стой, 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 братушка, братушечка, терпила. Что за фигня? Чего все секунды такие, не понимаешь? Что за... Одни какие-то секунды в этой игре, ребят, играют. Просто, если вы нормальный мужик, то заходите, ребят, играть в эту игру и устанавливайте свои порядки. Покупайте бизнесы, либо отжимайте бизнес. О! Здорово! Нормально, нормально! Вот он первый наш терпила, которого мы должны завалить. Хорош, слушай, прям нормально. Че, сдох? Есть! Первого завалили, ребят, походу. Что-то я прям у полицейского участка чувака завалил. У меня звезда, ребят, появилась. Первая звезда появилась. Что-то стрёмно как-то заходить туда теперь стало. Я, наверное, немножко отсижусь. О, копы, 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 копы. Фараоны, фараоны. Так, что здесь продукты. Давайте за продуктами сходим. Я что-то как-то проголодал. А, 500 рублей, 500 рублей. А у меня 300, блин. Я даже ни копейки не отжал того чувака, ладно, короче, пофиг, заходим, заходим в полицию, на вообще пох, нам закон не писан, мы в 90-х, нам пофигу, погнали, заходим. Так, а можно как-то зайти, кстати? Так, что здесь нужно? У вас нет пропуска, вы убили человека, ваш уровень розыска увеличен, у вас нет пропуска. Здание патрульно-постовой службы, а, то есть я даже не могу зайти сюда. Слышь? Слышь? Давай, слышь, выходи на битву. Ё-моё. Нет. Походу, я сдох. И, короче, у меня что? У меня опять 300 рублей. Было 400, кстати. Обидно как-то. В общем, теперь мне нужно пройти курс лечения. Для этого мне нужно найти какую-то палату. Так, ребят, я, похоже, нашел выход. Все, выходим. Тут же дождь пошел. Нормально. О, кстати, прикольно все это выглядит. Что-то чувак такой прилег, типа, йоу. Мне так кайфово. Я загораю. Так, а можно на тачку арендовать, кстати? Нет прав администратора. Прикольно. Ну, в общем, ребят, такая игра. Типа, если вы любите эту тематику 90-х, всякие там бандитов, стрельбу, бизнес какой-нибудь делать, мутить в игре, там, отжимать и так далее, то, думаю, ребят, вам эта игра понравится. В общем, заходите, скачивайте. По ссылке в описании будет эта игра. В общем, там можете ее скачать, и не только. С вами был Макс Шубин. Канал это реально интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.